Что я хотел бы сейчас, так это вернуть свое мировосприятие, какое у меня было в детстве. Ну, во-первых, про детство что скажу, что я ведь прекрасно помню своих сверстников, да, друзей, товарищей, просто знакомых и просто тех, как других детей. Я вам скажу, что далеко не все мне нравилось, и я вообще того мнения, что вот если они в детстве были каким-то первобытным обществом, которое общество было способно только гикать, гукать, пускать слюни и еще и издеваться над своими товарищами, то лично я не очень понимаю, какие взрослые из этого всего вырастут. Вот, в частности, вспоминая некоторых совершеннейших придурков в детстве, не буду называть имена, я, в общем-то, ну, с большим подозрением отношусь к их нынешним жизненным успехам. Вот. У меня такое мнение. Я считаю, что в детстве люди также ответственны за свои поступки, так же, как и во взрослую жизнь, уж если на то пошло. Понимаете? Вот что мне кажется. То, что якобы ребенку можно, а взрослому нельзя, это не совсем правильно. Хотя я бы сейчас, будь основа ребенком, я бы, конечно, воспользовался этим своим размером, возрастом. Полазил бы куда-нибудь, куда сейчас не залезешь. Ну и вообще, как-то пользовался бы этим на полную катушку. Вел бы себя абсолютно действительно безответственно, как это позволено законом вести себя детям. Ну, что есть, то есть. Время упущено. Помню, шел я в школу. Солнце висит утреннее, зимнее над улицей. И у меня мысль, думаю, вот я сейчас иду, а взять, да и пройти мимо школы. Вот прекрасно я помню этот момент. А нет. Пошел таки в школу. О чем я очень сильно жалею, потому что если бы я не пошел в школу, а пошел бы покуролесить все это время, вот было бы что вспомнить. Так что детство Тома Сойера, да, откровенно сказать, оно у меня отчасти было, но все в пределах такого. Ничего по-настоящему Том Сойеровского я не откалывал, не откалывал ни разу. Помню, один единственный раз, по-моему, мы на какую-то крышу влезли. Ну, как-то вот так. Ничего такого я не сделал. Я вот говорю сейчас про вот эту ответственность детей за свои поступки именно в их каких-то откровенных злодействах, понимаете? В том, когда дети издеваются над своими одноклассниками. Вы же прекрасно это знаете, как это происходит. Гнобление кого-то, поиск какого-то козла отпущения. Я не знаю, выкалывание глаз к кошке. Ну, такие вещи, которые прекрасно знаете, дети это делают. Вот. Вот я считаю, что это не, за это они несут ответственность. А вот что касается всяческой свободы, freedom, ну, свободы, которая не причиняет никому зла, понимаете? Это сколько угодно. Вот это я жалею, что я этим не воспользовался в детстве. Вот и все. Так что подъезжаем мы к даче. И лично для меня надежда на мой канал в том, что он вернет мне мое детское восприятие.